Я извиняюсь о том, что начать записывать. Я сообразила уже, когда мы практически набрали тележку полностью. Потому что что-то я какая-то уставшая, вообще хожу, мне ничего не надо. И ничего мне не интересно. Конфетки вот вам какие есть. Опять же, мне тут сказали, слышишь музыку, тренди как не знаю кто, потому что права вот эти, что-то они меня уже утомлять начали. Так, что у нас еще тут есть? Нутелла. Нутелла есть. Какие-нибудь вам может показать, не знаю, ну вот хлеб, да, всякий раз. Но это хлеб, я не знаю, это что за хлеб, но вот такой хлеб вот именно с таких полок, он не черствеет, ну не знаю, ну недели две. Я, конечно, не знаю, что они туда кладут. Ну, очень-очень как-то вот. Ну, вот этот еще нормальный, кстати. Более-менее такой. Ну, сегодня воскресенье, и в основном уже что-то даже какие-то разобрали полки. Вот. Все секции. Вот какая очередная секция. Вот здесь много всяких упаковок, всяких чипсов там. Не знаю. Так, извиняюсь. Вот тут всякие напитки, кола, конечно же. Вот интересно, когда я говорю про вот эти бренды всякие, за них мне не прилетит. Я же их не рекламирую. Кому они обосрались, грубо говоря? Я просто хожу, показываю. Кто-то здесь курил травку, и я прям чувствую, прям тащит от кого-то запахом вот эти. Вот, кстати, соки есть такие вот эти. Вот это вот, смотрите, видите, как прям натуральный, как в детстве, да, вот такой. Но они что-то как-то их не очень пьют. Ну, продают. Ну, может, знаете, такие старички больше. Старички и дети. А молодежь, конечно, не модно пить. Поэтому пьют... Что пьют? Вот другое все пьют. Вот он, чаи, кстати. Разнообразие чаев. Здесь пьют в основном, хотел сказать, зеленый, холодный чай. То есть варят чай и остужают его, и пьют именно холодным. Кстати, очень классно в жаркую погоду. Вот, водички вот эти мини-милипуськи. Так, что еще там интересно показать? Может, мне надо вот такое взять на работу? Потому что когда на жаре работаешь, у тебя потом это, знаешь, едет все перед глазами. Так, что мне взять? Потому что я вот эту первый раз вижу воду. Ну, вот эту я как-то покупала, вроде нормально. Видите, тоже с электролитами. Здесь многое продается с электролитами, потому что, чтобы не было обезвоживания на юге. Дедулечка за мной ходит прям. Так, Майкл там что-то накупил уже. Мясо все сгребли. Так, что вам еще показать? Вот тут детское питание, всякие принадлежности. Так, туточки, шампуни, мыльно-рыльная, курочка. Секция курочек. Нужна мне курица? Нет, домой. Я говорю, вот, у меня даже настроения нет какого-то. Шопиться. Так, молоко нам надо. Нифига, сгребли все. Просто. Сейчас я вам, кстати, секрет скажу, что в этом магазине нет туалета для посетителя. Смотри, какие грязные. Что-то мне прям даже стыдно показывать, но показываю, как есть, ребят. Это не я тут пришла, наследила. Так. И вот холодильных камер, конечно, вот эта куча. Где там всякие овощи. Овощи, правильно говорю, замороженные. Всякие пироги замороженные. Ну, вы, наверное, такое видели, знаете, в фильмах. Когда там что-то микроволновку загружают, да, и такие, на тебе. Да, вот обед или ужин. Но они невкусные и не какие-то, не знаю,
хотя выглядит на картине, конечно, вкусно, но оно же там все перемороженное, и когда это разогреваешь, оно, короче, все какое-то разваленное, что ли. Опять же, пересоленое. Так, вот секция уцененных товаров. А, кстати, вот, сгущенку, знаете, нашла, ее можно найти в этом, в секции мексиканских товаров, вот оттуда ее привозят. Надо мне, кстати, купить сгухи. Ну-ка, пойдемте. Я просто кофе люблю пить со сгущенкой. Я как-то исключила молоко, потому что у меня началась то ли изжога, то ли вот... Нет, даже не изжога, какая-то тяжесть от молока. Но потом я начала изучать и прочитала информацию, что молоко вообще у людей не усваивается после определенного периода. И, короче, вот, ну, тяжесть. И, соответственно, мне сказали, замени на сгущенку, потому что там из-за жирности вроде получше. Ну и вот, я возьму два. Так удобнее. Так, что еще мне надо? Рис, вот эти тоже, рис-минутка тоже. Все, Майкл уже закупился. Вот эти желешки дают детям в школах. Я их никогда не пробовала, мне не очень нравится. Так, ладно. Так, секунду. Все, сказал на выход. Интересно, а молоко-то он взял? Молоко ж хотел взять. Что вам еще показать? Так, я сейчас вот прохожусь и просто думаю, что бы еще интересно вам показать. Ну, давайте сюда, что ли, зайдем. Тут тоже всякие швабры. Но это прям небольшой супермаркет. Мы просто, когда настроения нет, толкаться с людьми, мы... Майкл собрался делать сырную какую-то фигню. Я не знаю, как она правильно называется. Короче, фондю, что ли. Чтобы туда окунать и, типа, вкусно кушать с чипсами или вот такими крекерами. Или... Вот. Но пока мы тут, сейчас как раз вам цены покажу. Ну, на какие-нибудь элементарные товары, которые у вас есть. Там типа риса. Ну, гречи тут, конечно, нет. О! You need a cheese? Feta cheese? I think rather. Yeah. Yellow one. Ищем сыр. Нужен сыр, который топится, чтобы растопить. Вот консервы есть. Можете посмотреть. Орехи, все такое. Так. А, рис, вот. Получается... Ну вот, вот сколько стоит вот за столько. Или вот. Ну, короче, цены разные есть. Ищем сыр. А, мука, вот давайте вам покажу. Вот $3. Или вот 2, например. Или вот, да. Какая-то самоподнимающаяся мука. Я даже не знала, что такая есть. Или вот, например, масло. Да, смотрим разные. Но вот это типа жир. Кокосовое. А, оливковое. Давайте я вам покажу. Вот, например, оливковое. Ну, вот такое, наверное, тоже у вас есть, да? Вот что-то такое. Я помню, было в России. Вот это что такое? А, белое вино. Так. Что мы ищем-то? Сыр. Поставили нам тут самообслуживание. Сейчас будем самообслуживаться. Какая прелесть просто. Лежит мусор. Да? Вот вам и Америка.